новый набор, который я хочу представить ко Дню Учителя. Потому что свыше 30 лет я посвятила этой профессии свою жизнь, которая дала мне очень многое. Умение подавать информацию, реализовала мою любовь к людям, помощь им, только в другой форме. Сначала я рассказывала о том, что мне передали. То есть я была передатчиком знаний, которые получила во время обучения сама другим людям. Помогала им в этой жизни найти себя. Затем я стала психологом. Это то же самое, только на другом уровне, на уровне души человека. А сейчас я распространяю изделия с микросферами, которые помогают так, как я не могла никогда ожидать от того, что такое в жизни вообще может быть. Итак, эти предметы просто необходимы вам, учителя, поверьте мне, потому что я прекрасно помню, как однажды, работая в школе, я видела, как учителей иногда в прединфарктном состоянии уносили совещание. Вот. Или как становилось плохо в учительской кому-то, как уставали люди, как болели ноги, болела голова, теряли зрение. В общем, я вам должна сказать, изучали профессию стрессогенности профессии. Так вот, профессия учителя на третьем месте. Знаете, кто на первом? Это те диспетчеры, которые сажают самолеты. Вторые – это работники милиции, полиции, вот, силовых структур. А на третьем месте учителя. Представьте себе. Так вот, для того, чтобы вот эта стрессогенность прошла мимо вас, ООО «Эва» в городе Орле делает следующее изделие. Это шапочка. Она очень легкая, изящная. Вот эту шапочку вы просто будете приходить домой и одевать ее. Спокойно можно готовить в этой шапке, общаться, смотреть телевизор, но будут происходить совершенно потрясающие процессы. И если вы в этой шапке еще и ляжете спать, то я в своих лекциях очень много об этом рассказываю, о шишковидной железе, которая накапливает свет, и этот свет включает абсолютно все процессы в вашем организме, которые начинают гармонично выстраиваться и возвращать вам молодость и энергию. Вот такая легкая, удивительная шапочка, которая будет восстанавливать вам все ваше тело. Ну а мозг для учителя самое главное. В этой шапке вы никогда не узнаете, что такое инсульт, что такое инфаркт, что такое деменция, что такое склероз, что такое Альцгеймер. Вы никогда об этом не будете знать. Если вы пойдете, как я, сделаете томограмму, то вам скажут, что у вас мозг, как у грудного ребенка. Итак, это самый главный предмет, которым могут пользоваться все члены семьи. Второй, самый главный предмет, который должен стать просто обязательным, это стельки. Они тоненькие, они войдут в любую абсолютно обувь, легкие. Но когда вы их оденете, вы будете потрясены. Нога сразу станет теплой. Это такой комфорт. Я удивилась, когда в этих стельках, в осенней обуви, я могла ходить зимой, и мне было жарко. Я не понимала, думаю, зачем теперь зимняя обувь? Возвращается кровоток к вашим ногам, прекращаются судороги, восстанавливается абсолютно вся стопа, проходит на пятках, если есть трещины, пятка вообще как у нарожденного становится, проходит абсолютно грибок. В течение месяца-двух вы забудете об этом заболевании. Восстанавливаются тонкие, гладкие, блестящие ногти. А самое главное, когда вы будете в школе в этих стельках, вот вы будете чувствовать легкость в ногах и постепенно просто выходите в стельках, а у вас почему-то вдруг постепенно проходят болеющие колени, болеющие тазобедренные суставы. Почему-то вы гораздо больше можете пройти пешком.
Почему-то вы у доски стоите с легкостью, встаете и садитесь с легкостью. Да потому что эти стельки отражают ваше собственное излучение, инфракрасное и все остальное. И оно, заходя в эти стенки, 100% отражается. И отражается не просто так, а в виде стоячих волн. Эти стоячие волны, они пронизывают все ваше тело, и вы ведете урок. Вы сидите на перемене в учительской, а ваше тело работает на самовосстановление. И месяц за месяцем, год за годом вы будете видеть, как ваш коллектив постепенно не старится, а наоборот молодеет. Вот такие удивительные маленькие тоненькие стельки, которые должны стать просто обязательными в вашей профессии. Теперь дальше. В школе же было бы очень хорошо шапку, в общем, как-то смешно в шапке сидеть. А вот такой предмет – это просто ободок. Его можно одеть очень изящно. Вот я одеваю, например, и сверху еще волосы вот так вот делаю. И вообще по улице в нем хожу. Вот, особенно летом. Красиво, ободок. Смотрится так по-русски. Русичи носили такие вещи, как оберег. Это самый настоящий оберег, потому что эти изделия состоят из микросфер, замешанных вместе с эво, делают ткань такую. И из этой ткани шьют изделия, потом сверху красивой тканью обшивают. И внутри еще есть медь. Медь – необыкновенный металл, металл-оберег. Поэтому этот ободок снимет головную боль, восстановит стопроцентную память, сделает вас концентрированными, наполненными, полными энергии весь день. И если вы, например, страдаете еще, когда вы будете этими изделиями пользоваться, это у вас пройдет. Но если вы еще страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые от пользования этими предметами навсегда проходят, вы можете одеть вот так ободок на шею, и он за 15 минут просто сесть, расслабиться, закрыть глаза и наблюдать 15 минут, что будет. Потом померите давление, и вы увидите, что у вас давление пошло вниз. Вот такой удивительный ободок. Теперь дальше. Это на пульсники, на ногу и на руку. Маленькие, изящные, но совершенно потрясающими свойствами. Мы это проверяли аппаратурой и рамками. Когда в геопатогенной зоне человек стоит без этих изделий, он начинает затухать, то есть начинает пропадать энергия, заболевать. А если у вас, не дай бог, стул или кровать, или стол учительский стоит в этом месте, то вы болеете страшными заболеваниями. Вот этот предмет, одетый на руку, вы же не знаете, где эта зона. Так просто в этом предмете, если вы находитесь, идете по улице, стоите, объясняете свой урок, вот, или дома спите, вот, вы защищены от геопатогенных зон, всех абсолютно. А если вы еще оденете на правую ногу, ну, хотя бы там на час в день, некоторые ходят, те, кто у меня покупает эти изделия, круглые сутки, когда выходят на улицу. У нас в Москве много геопатогенных зон, например, метро или, предположим, трамвай, троллейбус, то есть то, что на электричестве находится. Это сплошная геопатогенная, да и асфальт и так далее. Очень часто здания неправильно построены, являются геопатогенной зоной. Так вот, одетый на правую и левую заставляют лимфу выводить интенсивно все шлаки, тяжелые металлы через пот, через мочу, кал. То есть включает вот эти процессы очищения лимфы. Не пугайтесь, если вы начнете гораздо чаще ходить в туалет, потому что именно через эти жидкости у нас выводятся шлаки, различная грязь от нашей жизни в цивилизации, от неправильного питания, ну и так далее. То есть вот такие маленькие предметы являются защитниками и от телефонов, и от телевизоров, и вообще от последствий цивилизации. Они структурируют вашу внутреннюю жидкость, и у вас силы будут буквально
богатырские. У меня есть фильм, посвященный этому, и вы увидите, как люди, одевшие эти предметы или выпившие воду, постоявшую на этих предметах, что с ними происходит. Вот о воде. Вот эти вот салфетки, это тоже войдут в набор для учителя. Во-первых, это сделает структурированную воду, которая стоит на этих салфетках. То же самое там чай, кофе или положенный сюда фрукт, овощ. Он будет как будто сорван только что из дерева. Из него уйдет вся отрицательная информация, и сам жидкость в нем тоже структурируется. Вот, вы выпьете воду постоявшую, и вы структурируетесь, у вас много сил. То есть эти предметы будут в вашем коллективе, в учительской, когда вы пьете чай, сидите вместе, будут гармонизировать атмосферу. И вы всегда сможете, если у кого-то вдруг заболела голова, заболел живот или какое-то другое место, там локоть, колено, дайте этот предмет, и пусть он приложит, и 15 минут на перемене посидит с этим предметом. И ему сразу станет легче. Или, предположим, копчик болит, или там геморрой. Сядьте на этот предмет, и геморрой купируется, уйдет. Боль в копчике пройдет. То есть вы станете терапевтом в своем коллективе. Вот для такой гармонии, для такого сотрудничества гармоничного, взаимоуважения, любви в педагогическом коллективе, а она есть. И будет еще лучше с этими предметами. И только такой учитель, а я тестировала учителей и воспитателей в одном детском доме, я была потрясена. Ни одного человека не было, у кого бы не доминировал альтруистический, потенциал, инстинкт. То есть люди, которые работают в такой профессии, это люди, пришедшие с миссией помогать другим людям. Это альтруисты, люди, живущие ради других людей. Нет прекраснее профессии. Она очень трудная, но она одна из самых благородных профессий в мире. С днем учителя вас, дорогие! Будьте здоровы и любимы!